Доброе утро, дорогие телезрители. В эфире программа «Мир Дэнди». Сегодня у нас тоже своеобразный юбилей. Сегодня в нашей программе исполняется ровно 2 года и 1 неделя. Живее Сартенов ни страны не осталось. Там, вроде бы, и ничего не осталось. Кроме новых игр, о которых мы сейчас все расскажем. Это точно! А начнем мы нашу передачу, как всегда, с приставки Дэнди. И сегодня вы узнаете о игре Бугермен. Да, на этот раз программисты компании Super Game просто превзошли сами себя, перенеся чисто сеговского героя в 8-битный формат Дэнди. Как вы, наверное, знаете, Бугермен — это выходец из унитаза, сточный супергерой, который отправляется в путь на поиски приключений. В дэндиской версии этой игры Бугермен уже не вытворяет всех тех гадостей, которые он делал на Сеге. Здесь же основным оружием героя являются козявки, и только иногда он пользуется отрыжкой. По пути вашему герою попадаются вантусы. Советую собирать их как можно больше. Чем больше вантусов, тем больше жизни. Жизни, значки в виде головы Бугермена, вы можете найти также в кучах мусора. Только подойдите к ней, нажмите вниз. Уровней в игре не очень много, но достаточно. А также есть и бонус-уровни, в которых вы можете найти 3-4 жизни. И, конечно же, игра не без врагов, некоторых из которых не берут даже суперприемы героя. Также есть и боссы. Я уверен, что эта игра найдет своих поклонников, а программисты компании Super Game еще долго будут радовать нас подобными бродилками. Дракам, всевозможным бродилкам и боевикам. Но давайте немножко подумаем головой и поиграем в Blast Vikings. Я иной раз, когда одолеваю скука, не проще порубиться в логические игры. Но никогда этот жанр не был для меня так интересен, как после игры Blast Vikings, Затерянные Викинги. Эта игра на долгие дни и ночи лишила меня покоя и сна. В ней есть что-то от боевика, а что-то от приключенческой бродилки. Но остановимся на самом главном, а именно на логической стороне этой игры. Вам предстоит пройти более 40 уровней и решить около 500 различных загадок и головоломок. Впечатляет? Лично меня да. Немножко о сюжете игры. На один из мирных викингских поселков нападает инопланетянин. И наши самонадеянные 3 викинга, надеясь на легкую победу, решают захватить оккупантов. Но как только они вступают на борт корабля, пришельцы, возвращающие к панике, тут же отчаливают. Но уже слишком поздно. Разъяренные ребята начинают чинить шмон по всему кораблю. Но инопланетяне народ не глупый. Пустив машину времени, они телепортируют правых воинов в далекое-далекое прошлое. И не только прошлое. Вы побываете в доисторическом периоде, в древнем Египте, на современной промышленной фабрике и даже в мире конфет, где купаться в карамели Минздрав не рекомендует. И везде придется поднапрячь своими мозгами. Дело в том, что каждый из викингов обладает определенной способностью. Один отличный воин и без труда сможет постоять за себя, другой, имея щит, может обороняться или парить на нем, а третий без труда может прыгать или пробивать своей головой стены. Вояки в прямом смысле слова зависят друг от друга, и пройти любой уровень без помощи того или другого невозможно. Кроме всего этого, нужна еще и быстрая реакция. В некоторых случаях это необходимо. И, наконец, после долгих мучений вы дойдете до последнего уровня, где лицом к лицу встретитесь с самым главным инопланетянином, забив которого 3 раза, вы возвращаетесь к себе домой и закатываете такую вечеринку, что каждому позавидовал. А что там будет, лучше у меня не спрашивайте, а спросите лучше у них, затерянных викингов. Сега, чудесным образом отличается от своих собратьев.
На прошлом полуфинале чемпионата Денди всем участникам предлагалась возможность поиграть на Panasonic 3DO в игру Shadow. Именно об этой игре сейчас пойдет речь. Итак, Shadow на Panasonic 3DO. Один сумасшедший человек по кличке Тень возомнил себя правителем мира. Он собрал лучших бойцов со всего света и устроил турнир, победителю которого была обещана слава и деньги. На самом деле, Тень не собирался этого делать. Он решил убить всех претендентов, чтобы никто не посягал на его трон. На турнир съехались далеко не мастера восточных единоборств, а настоящие отпетые негодяи, террористы, преступники и другие отбросы общества, вооруженные как холодным, так и огнестрельным оружием. Схватка предстояла не на жизнь, а на смерть. Игра сильно отличается от остальных драк. Если в них вы играли с рисованными игроками, то здесь персонажи сканированы с настоящих людей, что очень заметно по ходу игры. У каждого игрока существует парочка суперударов, которые открывать очень сложно, и быстро их сделать не получится. Так что привыкайте драться по-честному. Как обычно, в игру можно играть вдвоем. Здесь и начинается настоящая борьба, доходящая чуть не до мордобоя самих играющих, не говоря о персонажах. Your soul is mine. Сколько ни говори, а перенести восторг и азарт, полученный в игре, словами невозможно. Любую игру нужно просто поиграть, и Shadow тому не исключение. Наконец мы добрались до приставочки Sony PlayStation, и сегодня мы решили вам рассказать об игре, которая понравится не только детям, но и тем, кто постарше. Эта игра была сначала реализована на персональном компьютере, и так как она пользовалась невероятным успехом, программисты решили перенести ее в PlayStation. Многие из вас уже узнали эту игру, конечно, Rayman. В одном сказочном царстве со странным названием Гудвит все было хорошо. Ярко светило солнышко в голубом небе, пили птички, цвели цветы. Беда нагрянула внезапно. Неизвестно откуда появился какой-то незнакомец в широкополой шляпе и в темном плаще. И в тот же вечер он похитил всех детей лесного народца. И наступило великое горе. Долго бы горевали жители леса, если бы не вспомнили о Раймане. Подумали, посовещались и послали гонца. Райман в то время отдыхал на Багамах. Но как только получил срочную депешу, сразу сорвался, вернулся на родину и, не теряя драгоценного времени, отправился по следам похитителя. Именно с этого момента правление над Райманом впадает в ваши руки. И именно вы должны провести героя через все опасности и преграды. Таинственный незнакомец, которого, кстати, звали Тень, посадил всех детей в клетки и распрятал по всем уровням игры. На каждом этапе предстоит найти 6 клеток. Это значит, что придется по много раз играть в один и тот же уровень. Даже не пытайтесь найти сразу все клетки, ведь некоторые из них можно достать, имея уже некоторые совершенствования, которые даются отнюдь не на первом уровне. В начале игры Раймон умеет выстроить рожу, но потом он научится бить перчаткой, растить цветы, летать и многому другому, без чего невозможно существовать. Кстати, если вы думаете, что игра детская, то вы глубоко ошибаетесь. Играть в нее интересно даже мне, а что касается сложности, то пройти ее с первого раза очень сложно даже профессионалу, не говоря уже о детях. Пару слов о различных призах. Во всей игре разбросаны 7 шарики. Служат они для двух целей. За 100 шариков вы получаете жизнь, а за 10 вас могут пропустить в бонус, если вы его, конечно, найдете. О графике можно было и не говорить. Она просто мультикапляционная, и этим все сказано. Да и что я вам рассказываю, игра вышла просто великолепной. Если вы все-таки сели и решили поиграть в нее, то месяц, а может быть и больше, вас невозможно будет оттащить от приставки. И успокойтесь вы только тогда, когда пройдете ее. Или проиграете. А теперь традиционная рубрика Help. И сегодня их секреты будут для игры. Ну, впрочем, сами знаете, для какой.
Борталите кабалом. X, B, C, 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 Z, A, 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 X, A. Баталите рептилии. Вперед, вперед, вверх, вверх, Z. Пит, фаталити, Джей. Вперед, назад, вперед, вниз, Y. Пит, фаталити, рептилии. B, Y, B, B. Ну вот, наша передача и подошла к концу. Хотя, постойте, я забыл. С этой передачи мы начинаем новый, третий тур нашей викторины. Записывайте три вопроса. Итак, вопрос первый. Назовите компанию, придумавшую игру «Бугермен» на приставке «Дэнди». Вопрос второй. Сколько уровней мы показали в игре «Last Viking» на приставке «Sega Mega Drive» нашей сегодняшней передачи? И вопрос третий. Какая игра была в прошлую среду на чемпионате «Дэнди»? И на какой приставке она была? И еще маленький моментик. Если вы заинтересованы в участии рубрики «Компьютерный мозг», то пишите свои заявки и приносите их в Дом Дэнди и на тот же чемпионат «Дэнди». Докажите всем, что вы что-то знаете о компьютерных играх. Пишите, какие вы нашли секреты в играх, тактику прохождения различных боссов или уровней. Я буду рад об этом поведать нашим телезрителям. Ну вот, наша передача и подошла к концу. До новых встреч!